Так, ребят, вот такой вопрос в Инстаграме. Здравствуйте, Анна. Вы ведете своих новичков сами или передаете другим директорам? Смотря в какой ситуации и как это происходит. Но в первую очередь хочется сказать, что я веду всю команду сама. Я сама веду для своей команды вебинары, я сама веду для своей команды все в принципе, да, то есть мы создаем обучение сами для своей команды, организовываем марафоны вместе с директорами проекта Faberlic Online и так далее. То есть вся система роста разрабатывается мною, Николаем Андрейко, Татьяной Сафроновой и Максимом Нехороших, да, то есть у нас так вот, такая вот четверка отчаянных бизнес-партнеров. Вот, смотрите, у меня есть два способа регистрации, и о них нужно обязательно знать, о них нужно обязательно понимать, чтобы вы поняли суть, да, суть, как я сопровождаю, что я делаю. Во-первых, из-за двух способов регистрации можно, получается, выбрать, как вы хотите расти со мной. Или вы приходите ко мне в первую линию и растете самостоятельно, а это говорит о том, что я вам буду давать премии и бонусы. Если что, вот тут это видео, вы можете его посмотреть и решить. Да, если вы собираетесь ко мне регистрироваться, обязательно смотрите именно это видео. Почему? Потому что там я даю премии и бонусы, да, за каждый директорский статус, если вы растете самостоятельно при бесплатном обучении. И, конечно, вашим прямым наставником буду я, и также вы будете находиться в чате структуры Кононовых. Мало ли где-то мы в самолете, в поезде, куда-то улетели, еще что-то, да, ну вот мы не можем там 3-4 часа ответить на вопрос, потому что мы там в аэропорту, например, да, сами понимаете, как сейчас дороги, поезда, вот это все, то есть интернет, то нету, вот, ну и понятно, что когда я сплю, я иногда тоже сплю, тогда, конечно, можно задавать вопросы в чаты, расти, работать, развиваться и получать вот эти премии, о которых я наговорила в видео. Премии большие, самая крупная от меня премия, лично от меня, это 100 тысяч рублей в подарок за подтвержденный статус директора, помимо того, что вы можете взять программу «Быстрый старт» и получить бонус, квалификационный бонус 55 тысяч. То есть, если все сделать быстро, то вы получаете мало того, что 260 тысяч рублей от меня и компании, ну еще и я вам буду помогать денежкой до того момента, когда вы откроете директорский статус. Вот тут картиночка будет, да, все премии, все бонусы, вот тут вот картиночка. Далее, значит, смотрите, второй способ регистрации. Я вас регистрирую в веточку и строю под вас структуру и команду, вернее мы с Антоном. Вот, по поводу еще лично ли я сопровождаю, вот тут не лично я, почему? Потому что мы работаем вдвоем с мужем и сопровождать вас будем мы, то он, то я, то лидер ветки. То есть вас добавляют в веточный чат, также вас добавляют в чат структуры Кононовых. Я на улице, да, тут сижу, кайфую. Последний день сегодня, завтра уже полетим из Сочи в свой Киров, а из Кирова уже в бесплатную Турцию. Ладно, ну об этом позже. Кто смотрит мои сторисы, знает все мои похождения, все мои разъезды, что мы были уже в 15 странах мира и так далее. Вот, что еще хочется сказать. Когда мы под вас регистрируем людей, команду, вам открывается точь-точь такое же обучение, если бы у меня вы были в первой линии. То есть обучение ничем друг от друга не отличается, но я под вас регистрирую людей, регистрирую команду. А кто-то хочет очень быстро вырасти, да? То есть и получается, я под вами веду веточку, или вы растете самостоятельно, и я вам дарю премии. То есть таким вот образом. Если есть вопросы, обязательно задавайте, но не забывайте. Если вы смотрите это видео на YouTube, разверните описание, там будет запись вебинарчика маленького, 17 минут всего. Если вы смотрите в сторис, то вот сюда нажимайте и смотрите условия регистрации. В любом случае, вы в выигрыше.